Ну что, друзья, разберем работы участников. Всего готовых работ мне прислали 6 штук на почту. Это в 10 раз меньше, чем на конкурс монтажа. Но для участников, я думаю, что это даже плюс, так как чем меньше участников, тем выше вероятность выиграть. Итак, напомню задачу. Вот такое исходное видео. Здесь присутствует много отражений на холодильнике, на вытяжке сверху, на чайнике, а также на столешнице, варочной панели. И, соответственно, в этом видео нужно заменить экран телевизора. И посмотрим, кто как сделал этот шот. Работу я буду показывать в порядке их поступления. Первая работа — это работа Максима Петренко. Сначала просто посмотрим ее в режиме воспроизведения. Начнем с плюсов. Одна из самых сложных задач в этом шоте — это грамотный трекинг. И здесь он сделан хорошо. То есть от самого начала шота экран отлично сидит, так скажем, в области рамки, то есть никаких движений самого экрана не происходит. Он очень хорошо притрекан. Также хорошо прокеяна вот эта область варочной панели. Здесь очень мягкий кейнг. Мы видим вот эту грязь, которая на варочной панели, она поверх изображения. Это хороший признак, то есть это грамотный кейнг вот в этом области. Ну а теперь перейдем к недостаткам. Здесь практически отсутствуют отражения в остальных поверхностях. То есть здесь нет отражения в холодильнике справа. А также нету отражения в вытяжке. Просто применен деспил, то есть убран синий оттенок. И вытяжка выглядит просто серой. Она выглядит из-за этого немножко неестественно. Если посмотреть внимательно на этот участок, то мы видим, что здесь поверхность не похожа на металл. Также отсутствует отражение в столешнице, вот здесь вот, прямо перед телевизором, и вот в этой области. Также здесь присутствуют немножко паразитные оттенки, это из-за деспила. То есть деспил сделан не до конца, поэтому здесь присутствуют такие зеленовато-фиолетовые области. И отсутствует отражение в поверхности чайника. То есть вот этот кусочек, который на исходнике был синим, здесь он серый. И из-за деспила также здесь появились вот такие артефакты, видите? То есть желтая поверхность чайника переходит в такую фиолетовую окантовку, а потом в серую полоску и в светлую серую. Вот эти полоски появляются при применении деспила, то есть при удалении синего оттенка. Следующая работа — это работа Дениса Алатарцева. Видно сразу, что человек занимается композитингом, поскольку он применил хитрость. Он не стал вообще убирать синий оттенок. В принципе, я точно так же сделал в начале, поскольку понимал, насколько это все затратно и сложно, и проще действительно сделать просто экран синеватым. Но клиент сказал, что хочет убрать синий оттенок. Соответственно, данная хитрость не сработает. И поскольку у нас конкурс, тут нужно все-таки демонстрировать ваши скиллы на максимум. В этом шоте, на мой взгляд, есть одна серьезная ошибка. Это растянутое по вертикали отражение. Видите? Здесь очень сильно растянуты руки, телевизор. Я так понимаю, автор сделал это для того, чтобы заполнить отражением вот эту область. Но на самом деле отражение так себя не ведет. Если вы посмотрите даже на сам исходник, маркеры такие же круглые, как и на самом экране монитора. Они никуда по вертикали не растянуты. Также здесь очень сильно заметны маркеры в отражении, особенно вот в этом месте. Видите? В принципе, конечно, если там клиент не знает, где были маркеры, или вообще человек, который смотрит это видео первый раз, он вообще это не заметит. Но, тем не менее, маркеры здесь видны. Вот они. Если бы их немножко подразмыть, то они бы были уже не так заметны. При трекинге вот с этого момента, примерно вот отсюда, когда столешница начинает закрывать экран, и экран уходит в расфокус. И здесь применена похожая ручная анимация, которая немножко не совпадает, видите? Здесь экран начинает двигаться. Он немножко рассинхронизирован с рамкой. Также здесь отсутствует отражение, то есть деспил, понятно, что не убран, да, стал синева, но хотелось бы, конечно, добавить тогда уж вот эти красные элементы от видео на вытяжку сверху.
а вытяжка однотонно синяя. Так, идем дальше. Следующая работа. Автор Стефан Валиев. Извините, ребят, если я вдруг чью-то фамилию или имя произношу неправильно, это не специально. Как мы видим, здесь в начале сильные артефакты, вот здесь применен дополнительный блюр, масочка наложена, чтобы размыть вот эту область. И эта масочка здесь как-то немножко пляшет, видите? И это очень заметно. Маской автор закрывал вот эти артефакты, и это правильно. Я делал так же, поскольку здесь при жестком кейнге вылазят различные неприятные штуки. Нужно дополнительно размывать сверху эту маску. Но маска здесь по какой-то причине отвалилась. Также, если посмотреть внимательно на экран, то видно, что трекинг здесь пляшет. Особенно вот здесь. Что мне здесь нравится, это то, что автор, когда кейл шот, он также прокейл вот это гало, так называемое, то есть ореол вокруг телевизора. И когда сменяется кадр, видите, то кадр сменяется не только в самом экранчике, а также изменяется освещение вокруг телевизора. Это важный нюанс, на который не все обратили внимание, кто работал над этим шотом. Также отражение меняется в бокале вот здесь справа и в самом чайнике. Но здесь присутствуют артефакты Деспила очень сильные на чайнике, то есть появились всякие неприятные отсветы, видите, такие. С ними, конечно, нужно бороться дополнительно, то есть нужно делать более правильно Деспил, делать его другими методами. Поскольку штатный Деспил в Delta Carry не всегда работает корректно. Здесь тоже в отражении немножко заметны маркеры, видите, вот в этом месте. Вот здесь вот маркер, он прям бросается в глаза. Тут надо не повышать жесткость кейнга, тут надо отдельной масочкой блюр конкретно этот маркер размывать. Потому что если повысить жесткость кейнга, то пропадут все мельчайшие неровности поверхности, а их нужно сохранить. Также интересно, что автор попытался добавить отражение в столешницу и размыл его, что очень важно. Поскольку в матовых поверхностях отражения будут размываться. Но не добавил отражение в холодильник. Вместо этого в холодильнике здесь вообще получается какая-то черная дыра образовалась. На вытяжке отражение автор добавил. Молодец. Только здесь присутствуют те же самые артефакты при деспиле. То есть при убирании синего оттенка повылазили вот такие полоски. Но здесь уже отражение больше соответствует тому, что происходит на экране. И размер самого отражения здесь сделан правильно. Здесь отражение никуда не растянуто. И это тоже плюс. Следующая работа, автор Сергей Морозов. Из плюсов здесь хороший деспил, реально хороший. Особенно это видно по столешнице, по чайнику. Здесь нету таких вот сильных полосок, как мы видели на некоторых других шотах. То есть здесь синий оттенок убран достаточно грамотно. И довольно странновато реагирует отражение в варочной панели. Тут, конечно, такой интересный получился эффект такого дисплейса, как бы, да, как вы видите. Также отражение не будет так сильно размыто. Для того, чтобы понять, как будет вести себя отражение, у вас есть прекрасный пример, собственно, сам исходник. И если посмотреть на отражение в варочной панели, то оно почти такое же резкое, как и на экранчике. Чуть-чуть совсем подразмыто. А вот на столешнице просто синевато. Здесь отражение размыто достаточно сильно. Но опять же, не супер сильно, поскольку, например, видно, как по варочной панели и по столешнице пробегает отражение от вот этой синей лампочки. Поэтому, когда вы добавляете отражение, всегда смотрите на исходник, как себя оно ведет на исходнике. Ну и в самом начале здесь вот эти артефакты, которые возникают при кейнге. То есть нужно либо смягчать кейнг, либо дополнительно размывать все это дело блюром. И вот в этом месте, самым проблемным, немножко тоже пляшет трекинг. Но в плане трекинга конкретно здесь я не могу сказать, что это прям ошибка, потому что в принципе и на экране может быть зум, то есть исходное видео может быть с небольшим зумом. И человек, который сторонний, так скажем, не композер, он не заметит вот здесь проблемы. А вот эти все неприятные полоски, вот эти вот гадостные, их, конечно, нужно убирать. Следующий шот — это работа Дмитрия Петрова.
В этой работе хороший трекинг, хорошее размытие в начале. Автор добавил отражение на переднюю часть столешницы, на варочную панель, на чайник, на вытяжку сверху. Единственное, что, похоже, не добавил на холодильник справа, но все отражения на месте. Правда, здесь ошибка та же, как в некоторых предыдущих шотах. Отражение варочной панели растянуто по вертикали. Но про Кейна здесь отражение очень хорошо, мне нравится. Здесь как раз вот такие, оно выглядит как практически на исходнике. Видите, поверх отражения легкие такие элементы с варочной панели, то есть какая-то пыль, грязь. Мягкий кейнг, и очень грамотно затемнено все, то есть отражение реально выглядит реалистичным. И, конечно, заказчик вас, скорее всего, не заметит, что оно растянуто по вертикали, то есть он не поймет, что что-то здесь не так. Но поскольку мы же с вами тут стараемся научиться максимуму, поэтому я и комментирую, исходя из этих критериев. То есть я стараюсь разобрать каждый пиксель. Естественно, я что-то могу тоже не замечать. Так что если вы видите какие-то еще ошибки, вы можете написать в комментариях об этом. И я думаю, что это всем будет полезно. Мне нравится, как сделано отражение вот на этой части столешницы. Оно размыто. Единственное, что можно сделать его еще потемнее, то есть не таким очевидным. Оно очень сильно отражает. А здесь достаточно такой матовый мрамор, он не будет так сильно отражать. И проблема здесь вот в этой части. То есть вот в этой части отражение нереалистично. Оно слишком яркое, слишком очевидное. Мрамор не будет так отражать экран. И присутствуют артефакты Деспила. Фиолетовые вот эти. Всяческие фиолетовые вот эти вот полоски. Вся вот эта фиолетовая гадость возникает из-за того, что здесь шот снят с определенным балансом, не совсем верным. А потом еще сделана цветокоррекция. Поэтому экран здесь изначально не синий, не зеленый. И тут с Деспилом надо позаморачиваться. Это, конечно, сложно. Но вот некоторые участники с Деспилом справились лучше. Здесь же классно сделано отражение, классно проклеена варочная панель, но вот эта проблема здесь очень заметна. Очень сильное отражение вот этой передней части столешницы. Также мне нравится, что автор сохранил оригинальный цвет лампочек. Эта вещь не обязательная, но это говорит о внимательности к деталям. Правда, хорошо бы также оставить и отражение этих синих лампочек. Например, вот эта полоска белая — это отражение этих лампочек. И их тоже надо бы сделать тогда синими, поскольку получается, что лампочки синие, а отражение лампочек, вот здесь они отдеспиленные, получаются зеленые. И здесь тоже зеленые. Следующая работа. Автор Павел Сергеевич. Фамилии он не указал, поэтому пишу как есть. Здесь очень хорошо сделано начало. Мне нравится, какой мягкий кейнг здесь на разблюренном экранчике вот в этом месте. Хороший трекинг, тут придраться не к чему, все сидит прям идеально. Это, по-моему, единственный шот, где отражение добавлено еще и в холодильник. То есть отражение есть в холодильнике, на передней части столешницы, в варочной панели, на чайнике, сверху на вытяжке. В общем, везде, где надо, отражения добавлены. Единственное, что здесь вот эта гала, так называемое свечение, не реагирует на экран. И в передней части столешницы, опять же, это самая проблемная часть вообще этого шота. Самая сложная, на мой взгляд. Здесь немножко присутствуют такие вот отсветы, которые бы в реальности здесь не были. То есть темные части. Темные части просто не будут отражаться в поверхности. Отражается только то, что светится. То есть в данном случае отражение, которое у нас видно здесь, нужно либо уменьшать, либо люмакеером делать черные части абсолютно прозрачными, чтобы проявлялись только светлые области. И отражение здесь, оно использовано, я так понимаю, такое же, как в варочной панели. То есть оно темнее, сделана здесь цветокоррекция какая-то к нему определенно. И оно такое же у нас, видите, в передней части столешницы. А должно быть другое, поскольку это другая поверхность, она не темная, она светлая. То есть здесь надо делать отдельную маску и корректировать все вот эти области различными нодами цветокоррекции. Одну цветокоррекцию для варочной панели, одну для передней части столешницы. Можно, в принципе, вот для этих двух частей столешницы использовать одну цветокоррекцию. А здесь на всю вот эту группу использована одна и та же цветокоррекция.
которая, в принципе, подходит под варочную панель, но она не подходит под столешницу. Также на самой вытяжке отражение прям, ну, очень яркое, но, в принципе, это уже дело вкуса. Из ошибок здесь тоже артефакты Деспила, такая фиолетовая окантовочка по краю. Ее бы хорошо убрать. Отдельно замечательно, что автор оставил лампочку. Она, правда, не синяя стала, а какая-то такая зеленоватая. Здесь тоже отражение немножко растянуто по вертикали. Если посмотреть на голову ребенка, то видно, что голова в отражении вытянутая. Но в этом шоте реализовано максимальное количество элементов, поэтому победу в этом конкурсе я отдаю Павлу Сергеевичу. И лицензия на DaVinci Resolve Studio уходит ему. Ну что, друзья, как мы с вами убедились, композитинг гораздо сложнее монтажа. И специалистов в данной области очень мало. А это хорошая возможность для всех освоить новый скилл и использовать его в своей работе. Для всех, кто поддерживает канал на Boosty, Патреоне и ВКонтакте, я записал подробный урок о том, как я делал этот проект, где подробно разобрал основные проблемы этого шота. Трекинг, деспил и кейнг. И если вы хотите развиваться в сфере композитинга, то в этом уроке вы найдете много полезного для себя. И, конечно, помимо этого урока на Boosty, Патреоне и ВКонтакте огромное количество других уникальных уроков по композитингу, моушн-графике и визуальным эффектам. Так что подписывайтесь, таким образом вы поддержите меня, канал и получите много уникальных знаний. Желаю всем интересных проектов и позитивной энергии. А с вами был Санчес и канал Time Saver. До встречи, друзья!